нем предполагалось разместить армию. Август. Сын пошел по стопам папы и тоже принял католическую веру, чтобы одеть на свою голову польскую корону. Он стал польским королем. Вот с этого-то все и началось. Этот храм не появился, если бы не та история, не эта история. Фридрих Август, сын Августа Сильного, женился это на ярой католичке, на Марии Жозефине. Она сказала своему мужу так: «Я не пойду молиться в католический храм. Я ярая католичка, я не пойду в протестантский храм, строй католический». А тут еще и польская шляхта. Как это так? На родине нашего польского короля нет ни одного, в Дрездене нет ни одного католического храма. Это ж куда он ходит? 28 июля 1736 года была первого храма ночью. Без свидетелей, так сказать. А дальше началось строительство храма. Причем строили этот храм по проекту итальянского архитектора. Гаэтано Кьявери ни один местный не взялся за разработку проекта. Сначала построили что? Вот этот внешний парковый павильон. Ни один храм не имеет вот такой конструкции. Пошли на дополнительные расходы, создав вот это вот, когда рядом проходит красивая женщина. Ну, вы туда не попадете, в эту подземную крипту, а вы сильно даже после смерти не можете успокоиться, потому что это сооружение, вернее, эта крипта закрыта. Вы туда не попадете. Но в сам храм возможно зайти, я покажу вам дверь. Строит Фридрих Август, сына Августа Сильного, для того, чтобы по этому мосту из своей резиденции ходить на богослужение в этот храм. Чтобы население Саксонии не знало правду, какой же все-таки храм будет на службу их правителя, католический или кто-то. Thank you.
бородатый. Вон он сидит на лошади. Он правил тогда с Саксонией как раз во второй половине 16 столетия. Бородатыми его назвали, потому что он носил густую вьющую длинную такую бороду, а под лошадью вы видите монограмму буква Г. Бор бородатый. Это здание, самая старая часть резиденции. Потом впоследствии резиденцию постоянно расширяли. Достраивали крылья, пристраивали. Этот процесс продолжался столетиями. И Агуссильный перестраивал резиденцию несколько раз. С левой стороны, видите, двухэтажное такое крыло, длинное. Здесь располагались конюшни. Пока мы не идем туда, к этим конюшням, потому что там есть кое-что интересное, мы сейчас совершим с вами небольшой такой круг, и все равно вернемся сюда на эту площадь через некоторое время. Я сейчас предлагаю подняться по себе. Я не скажу, что все, почему мы приехали, но мы вращающимся колесом появились в Дрездене в 1838 году. Глубина здесь позволяет заниматься судоходством. В среднем здесь глубина реки составляет
особенного из себя эти камешки не представляют. Вот на этой стене решено было сделать изображение неизвестным художником, который изобразил всех правителей за 500 лет России. Причем изображение было сделано не на фарфоре, а было сделано на сурочной кухне. Thank you.
выборы.